Элита Арксплю Продакшн представляет. У них ДК, есть у них Разор, есть Бейн. Все герои на ранней стадии очень сильные. И будет это все еще дополнять мобильный виск. Ну а Сидек, в свою очередь, будет обороняться за счет Баунти Хантера, Герокоптера, Лины, как-то пытаться отспамиться. Нечто подобное мы с тобой уже наблюдали, Вова. Было это на LAN-финалах ESL, когда Cloud9 брали почти похожий лайнап, только там были немножко другие герои, но ключевыми игроками были Фурион и Разор. И сейчас ребята решили повторить то, что у них когда-то не пошло. Да, ну там на самом деле не хватило на ESL совсем немного. Ну что ж, начинается эта игра. Итак, Шики у нас забирает Баунти руну, также забирает ее Фата. Фата во многом... Это Курьер. Это Курьер, который был сбит. Да, Курьер команды Сидек. Nature's Prophet с помощью своего телепорта телепортируется вот сейчас как раз-таки на базу и уходит. Бонсеум продемонстрировал потрясающий майндгеймс, потому что на ивенте подобного рода все со временем забывают.